Салам. Атаватан хаварлар геплешемыгын мехрыван тамашачылары. Бүгін тәвелім үн сирафынна кечірлен, Туркменстанын қышқы спорт топлымынна кечірілджек, яғни сізің жоғын ады білен танылен айдым чейіңіз, Жахид Афраилоғлы Гусейнің концердіна тамаш етмәне келік. Мехрыван тамашачыларым, ерін әхлі жәміп концерді тамаш әделі. Thank you.
песню я хочу вместе с вами спеть. Зажжем фонари. Создадим здесь космическую атмосферу. Друзья, все вместе поднимите фонари. Ну что, друзья, вы готовы? Вообще, конечно, приезжайте. Мы увиделись и
пообщались о жизни, как раз я ему показал строчки песни, наверное, ты меня не помнишь. И у него сразу пошли стихи, мотивы, и мы решили то, что эту песню здесь и прямо сейчас мы вот написали вдвоем, и надо выпустить ее вдвоем, так будет честнее. Друзья, наверное, ты меня не помнишь. Ну что, друзья, давайте споем песню «Ты беспощадный». Друзья, все вместе. Ты беспощадный. Что? Все мои. Ты беспощадный. Когда меня горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем, еду я. Спасибо вам огромное! Знаете, с такой сцены вообще не хочется уходить. Столько тепли, любви, столько тепла я сегодня ощутил. И спасибо вам огромное за это. Друзья, это не конец концерта, потому что я хочу петь для вас еще и еще. Но я хочу спросить, вам понравилось? Я безумно благодарю каждого, кто выбрал сегодняшний вечер приехать именно сюда, на мой концерт. Спасибо вам большое. Спасибо моим слушателям, фан аккаунтам из Туркменистана. Спасибо, что пишете мне слова поддержки в социальных сетях. Для меня это очень ценно. Я хочу от всей души поблагодарить организаторов, людей, которые причастны к сегодняшнему концерту. Хочу от всей души поблагодарить Сердара Рубангулыевича.
Спасибо вам огромное за оказанное доверие. Я, кстати, когда приезжал в Туркменистан, я посмотрел видео, как вы поете, и что за вашу любовь к музыке, к творчеству. Ну что, друзья, концерт окончен. Ну а сейчас титры. Спасибо вам огромное! Вы знаете, не хочется уходить от вас на такой грустной ноте. Поэтому следующая песня. Окей, ладно, поехали! Друзья, как же это мило, Туркменистан. Спасибо за вашу гостеприимность, за ваше тепло, за ваше внимание, за ваши подарки, за ваши улыбки, за ваши настоящие яркие эмоции, за то, что провели этот вечер вместе, отдохнули, попели. Это наша первая встреча. И она состоялась очень красиво. У вас безумно красивый город. Чистый, уютный, аккуратный. Моя душа здесь улыбается.
Я влюбился в вас. Вы меня пленили. Спасибо вам большое. С вами не хочется прощаться, но я и не прощаюсь. Я говорю, до новых встреч. Спасибо вам большое, Туркмениста. Я вас люблю. Пожелать вам, хочу поздравить вас с наступающим, пожелать больших побед в этой жизни, море позитива, любви, гармонии внутри, на душе, чтобы все близкие, родные были рядом. Ну и песен мы сегодня попели с вами очень много, но в преддверии Нового года хочется вам подарить еще и новогоднее настроение, поэтому... нас с ребятами, с Лимбо, с Хридом, с Владом вышла новогодняя песня, и прямо сейчас хочу включить ее на фоне, да и вообще пойти со всеми вами поздороваться. Фейулайдам чинг Джонни на концерт тамам на ня, а то ватанан дашлашма.